Также в Красноярске прошла акция «Елка желаний». Это всероссийская программа. Она проходит в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Благодаря ей исполняются заветные желания детей. А осуществлять их помогают предприниматели, общественники и представители власти. Губернатор края Александр Ус решил лично поздравить с наступающим праздником и вручить подарок студенту Красноярского техникума Артему Рабецкому. Парень загадал новый телефон. Встреча прошла в необычном месте, в музее ретро-транспорта, и не случайно молодой человек увлекается восстановлением подержанных машин. Кроме того, подросток участвует в региональных и федеральных чемпионатах «Молодые профессионалы». Поздравляю тебя, ты у нас молодец, наша гордость, да. Не только там региональный победитель, но и даже на федеральном уровне теперь известен. Поэтому по России. Молодец, молодец. Если хочешь вот связать свою жизнь именно с этими делами, там, с ремонтами, то, что тебе по душе, приходи, там тебя тоже как-то помогут с чем-то для каких-то не только чисто технических, но и организованных бизнесовых дел. Хорошо? Хорошо. Давай, не теряйся. Еще раз. Спасибо. Я решил попытать счастье и написал. Вчера мама подходит, говорит, что набрали и выбрали тебя. Я загадал телефон, так как давно хотел сменить, думал заработать, но думал, если можно, наверное, попытаю счастье, и подарили телефон.